Так, едем в Питер. А ты впереди будешь, да? Вот, понятно. Все, собрались. 31 января встречаем Новый год в Питере. Да, тебе вот этот пакетик собака вперед, есть? Булочки всякие разные. А как я тогда собаку из пакета вытягиваю? Ничего страшного. Чего? Вот давай, хорошо. Да, не давай, может, ты выйдешь? Хорошо, все. Так, провизия. Паш, куда-то там ноги положи. Так, вон платная дорога. Есть с этого в районе Солнечногорска. Так, где у нас транспорт? Левее, так сюда. Так, а где транспондер здесь? А, вот транспондер, да, вот она, зеленая. Да, попробуем, как транспондер работает. Все, сработал. Один раз пикнул, все нормально. Нужно включать. Сейчас проедем дальше, въезжаем. Сейчас буквально еще несколько секунд. Видео, все, пошел процесс. Так, вот река Волга. А поверни, поверни, да. Туда, туда, туда. Ну нет, там нифига не видно. Там только забор было видно. Ну что, какая временная остановка, как дела? А, Васька, как дела? Нормально. Нормально, малучик гуляет. Мама тоже гуляет. Мама гуляет. Парковочка-то. Хорошая. Эмажо. Замечательность. Сама трасса. Ну что, давай я с ним погуляю. Вот такой вот тема. Машина, наверное, 50 в очереди стоит. Единственная заправка за последние 250 километров. До Питера еще километров 100. Вот, ребят, заправляйтесь заранее, чтобы в такой очереди не стоять. Вот, туалет более-менее чистый. Охожная территория. Ну, заправка, это, конечно, просто жопа. Просто жопа какая-то. Так, въезжаем в КАД. На КАД. Так. На месте. Погодка-то оставляет желать лучшего. Да, это. А здесь плюс полградуса. Практически ноль. Друзья, без Москвы было минус 6-7. Через 1 километр 500 метров съезд. Так, направо. Ехали, ехали и приехали. Подумать, что теперь вот отсюда. Ну ладно, пошли.
пусть вдоль волк. Так, звоночек. Угу, спасибо. Где он здесь оформляется? Вам приготовят, принесут номер. Спасибо. А, даже так? Большое. Супер, да, супер. Это на шампусик налили, да? Да, это на шампусик. Слушай, я потом, там... если есть интерес, я свой каналчик вам оставлю тогда. Слушай, если вы не будете против, что вас покажут. Не будете против, что вас покажут? Все, хорошо. Слушай, Света, у нас там сервированный стол, и гостиная 50 метров. Нам все сервировали, и сегодня можно заказать по меню, и нам все до 9 часов, и нам все принесут в номер. Супер. Слышишь, какая красота. Супер, да. А мы свою, как бы, свою, мы как бы, да, в Тулу своим самоваром, да. Своим Олег с крабами приехала. Значит, будете точно чувствовать себя как дома. Будете сейчас увидеть, скажем. Давайте еще. Спасибо за шампанское, спасибо. Вас с Новым годом. Всего хорошего. Надеюсь, следующий год у вас будет все-таки получше, чем предыдущий, потому что сфера обслуживания с этим ковидом это просто пролетело. Самое главное, чтобы ковид. Это просто полетело, ушел, да. Ушел ковид. Чтобы ушел ковид. А почему у нас дороги почищены? Мы из Москвы, и у нас дороги почищены, хотя мы ругаемся и говорим, что. Да, собаки у нас плохо чистят, да. Я с вами полностью согласен. Да не, нормально. Ну что там, это, ну нормально, чего? Это нормально. Нет, нормально. Что там? После шампанского все нормально. Так, а куда можешь поставить? Ну еще люди и машины плохо убирают. Ну то есть так, чтобы конечно технику все убрать, вообще невозможно. Ну у вас. Ну у вас снег еще меньше, чем в Москве. В Москве снег у тебя выпало раза в два больше. Реально раза в два больше. Выходят возле подъезда. И вот часов 6 уже. Два взрослых и двое детей. Ну вот один с ПЦРом, а один ничего нет. Так, вот заселились мы в номер. Так, вот только заходим. Так, это что? Это что у нас? Это типа коридоры. Что такое за коридоры? Вообще непонятно. Ладно, это. Ну, так, это туалет гостевой. Ладно. Принесли, да? Да. Комплиментом. А-а-а. Так, вот это прихожая, да? Это прихожая, чтобы ты понимал. Прихожая. Это прихожая, оказывается. Это прихожая, холодильник, он вот чайничек. Ого. А, включи так. Свет-то, подожди, вот отключи. Это холодильник. А, это включу. Это я включила. Так, холодильник. А еще? Меня. Боже. Так, это, включай. Это, между прочим, наша гостиная. Гостиная, да? Это наша гостиная. Все сервировали. Боже мой. Вот ну, это такая, да, гостиная. Канделябры. Не взяла я свечи. Купить надо. Ну еще. Ладно, нафиг нужно. Смотри, ну, это как? У нас кто? Зона отдыха. Отдыха. Так. Супер. Большой телевизор. Слушайте, ну супер. Новый вид-то год какой. Так, пошли дальше. Куда идем дальше? Ах, ты за два. Прикольно, прикольно. Сейчас идем. Я хочу сказать, что у нас царские условия. Я согласна на такой номер. Ну да. И это еще не за 14 тысяч рублей в сутки. Нет, идем дальше. Сейчас. Вторая спальня. Миша, там была детская спальня. Это курорт. Да. Так сказать, лагерь. А это вот еще. А там. это вот приличная спальня. Приличная спальня, да. Ой, рабочее место есть. Это мне нравится, что и рабочее место есть. Люблю. Так, а вот здесь вот. Ой, Миша. А это еще один второй санузел. Я понимаю, за что я деньги заплатила. Молодец. Фук, и мне их не жалко ни разу. Так, все. А вот вид у нас меньше. Сейчас, подожди, дай посмотрим. Да, это пороскошнее будет. Не, я согласна в этом включать Новый год. Да, беда. У них пережитки прошлого. У них тут нету на новогоднюю ночь никаких праздниц, но вот они предложили, что шеф, а у них тут говорят зачетный шеф,
может приготовить непосредственно на наш сервированный стол. Отдерни. У меня такое ощущение. Так, вон наша машина стоит. Да. Поставили, да. Сейчас, ух ты. Туда в центр, да? Туда в центр, да. Ну ладно, мы сегодня не ходим, мы сегодня так просто подготовимся, да. Мы сегодня по магазину, наверное, чуть прикупить. А у тебя все есть вообще? Так, а еще что-то там было у нас, еще какая-то... Еще какая-то комната была. Давай посмотрим. Так, сюда это спальня, гостиная. Вот это прихожая, что ли, такая, да? Прихожая. Ты что, нафиг она нужна? А здесь что за это еще? Тут еще комната, еще что-то. Это, наверное, гардеробная, нет? А нет, это болт. Это, наверное... Это в следующий этаж. Да, следующий. Ну-ка, вот это что такое здесь? А это включение все. Ну ладно, будем жить. Ну ладно, прекрасно. Будем жить. У нас. Ладно, я пошел за ребятами. Давай тогда сейчас. Давайте. Я машину?